Получается, что когда ты видишь это как бы как пост, да, что вот как типа обложка журнала, да, что я типа, ну, как, знаете, там типичные журналы, я ненавижу там, я один из главных хейтеров собак. Ну, допустим, берешь какой-нибудь журнал, там, какой-нибудь там Космополь, ну, как это называется, не знаю, где там какие-то фотки морды, типа там, не знаю, Григорий Лепс, я там дубасил на барабан всю жизнь, там что-нибудь, цитаты какие-нибудь Аллегрова, что-нибудь, что-нибудь, и там страница такая-то, и есть как будто тоже такая некая статья, и когда я, ну, все это про собак рассказывал, да, свое оценочное суждение, блядь, а кто-то затранскрибировал его, наверное, Jimmy FM, и настолько это, конечно, угарно выглядит в тексте, что вот фред-гитарист ненавидит собак. Об этом он заявил на своей прямой трансляции, аргументировал свою позицию насчет этого. И дальше прям идет цитата, сука. «У меня не могло быть собаки. Я один из главных хейтеров собак. Я их в любом проявлении ненавижу. Я скорее какого-нибудь варана заведу, чем собаку. Собака — это просто полный пиздец». Ну и да, короче, много, да, тут цитата. Я не, типа, короче, ненавижу собак, потому что собаки — это говно полное, они неуправляемые. Ты идешь, никого не трогаешь, просто прогуливаешься вечером по скверу и видишь, как на тебя бежит тварь бешеная, ставит ноги на тебя. Блядь, как со стороны, это, конечно, пиздец. Я не хочу, чтобы какая-то тварь ставила на меня ноги свои вонючие, которыми она топтала другое собачье говно и лезла мне в лицо языком. Поэтому собаки — это полный кал в любом проявлении. Сука. То есть, когда это выглядит именно текстом, как статья, это полный пиздец. Абсолютно, конечно. Представляю такой, да, журнал. Может, они додумаются выпускать какой-нибудь в электронном виде журнал, и прямо вот так это будет написано прямо именно текстом. Ой, бля, жесть, конечно.